Так, ну что же, двигаемся дальше. Сейчас нужно подняться по этой лесенке, пробежать по этим лесам, спрыгиваем. Так, по-моему, направо тут что-то интересненькое нас ожидает. Ой, кроме бензопилок ничего тут интересного нет. Сейчас я ее ломиком иди сюда. Опа, вот это флеха. Эти что, бензопилки еще и слепить умеют? А, это вот. Знаменитый летающий фотоаппарат Фултона. Ну, из него много запчастей выпало. Думаю, какой-нибудь бомж соберет из него нормальный фотоаппарат или даже кинокамеру и снимет на него какой-нибудь чудесный фильм. Например, «Бомжи против комбайнов Revelations». И сиквел «Бомжи против комбайнов 3D». Вот это будет тема, наверное. Сколько тут бензопила? Еще одна. Иди сюда, иди сюда. Получай. Я, конечно, немного неправильно делаю. Нужно их ломиком мочить. А патроны пистолета поберечь. Так, скармливаем присоском бочки и идем дальше. Тут вновь лестница. И, кстати, тут где-то тайник есть. Да, значок лямбда. И, значит, тут обязательно должен был тайник. Ну, все, я взял. Вот тут осторожно. Доска может упасть. Снова идем очень аккуратно. И еще один тайник. Все, спрыгиваем. Так, и насколько я помню, сейчас мы встретим очередного персонажа. Бойца сопротивления. Опасный уровень радиации. Да, и он тут воюет вовсю. Давай, чувак, жги, только вот кого ты мочишь. Ты Фриман, верно? Да-да-да. Нам сказали, что ты придешь. Выбирайся. Станция 6, это восточная черная меза. Как слышно? Доктор Фриман отправился вниз по реке. Дайте ему воздушный катер и окажите помощь. Повторяю, Гордон Фриман вернулся. Он должен дойти до восточной черной мезы. Восточная черная меза? Тебе нужно спешить. Да, чувак ничего нам полезного не сказал. О, да он тут хэдкрабов мочил. Значит, жди беды в будущем. Скоро мы столкнемся с хэдкрабами. Самый неприятный враг с первого Half-Life. Они очень сильно раздражают. И иногда так выпрыгивают. Вот как, например, сейчас. Держи. Ой, да их тут много. Да, против них тоже лучше использовать ломик. Ну, в принципе, можно и автоматом, если вы хорошо прицеливаетесь. А вот и первый зомби, и сразу он получил жбан. Очень-очень бесячий враг. В первом Half-Life они всех так бесили. Особенно был такой момент, где он так неожиданно один хэдкраб выпрыгивает, что прям на стуле подпрыгиваешь от неожиданности. Да, наверное, все помнят этот момент. Ну, я имею в виду всех, кто играл. Так, вот тут оголенный провод, еще сзади кусается, иди сюда. Все. Будешь радиоактивных отходов теперь гнить. Так, тут ничего нет, вот тут вот очень аккуратно идем. Нельзя прислоняться к стенкам, сразу сильно током ударит. Так, ну сейчас, в принципе, можно убежать, ну ладно, я их замочу. Зомбак готов. Как вы знаете, я в битве с зомбаками профи. Очень-очень много резидентов прошел. Ну, кому я рассказывал? Все вы это знаете. Так, и что тут у нас? Тут у нас очередная база. База сопротивления или что-то типа того. Эй, доктор Фриман! Я надеялась, что вы появитесь. Я и воздушный катер приготовила. Ух ты, какая, молодец! Скрыться от гражданской обороны на открытой местности непросто. Но ты подожми, и все получится. На станции 7 вам помогут. Нужно только немного подняться по реке. Это старый красный амбар. Забирайтесь и заводите его. Ну, какая деловая женщина. Все объяснила, давай, все, тебе подготовлено, только езжай. Только спасайся отсюда. Вам бы лучше поспешить. Ну и сейчас начинается один из самых интересных моментов в игре. Это покатушки на этом катере. Хочу сказать, что это довольно-таки длинный этап в игре, но он очень интересный и насыщен событиями. Кстати, его можно пройти читерским способом, но, как вы знаете, я от читерских методов прохождения отказался, все будем проходить по-честному.
Сейчас я ломик взял не случайно. Тут один парняга, получай. Все, теперь нам никто не страшен. Поднимаем эти врата. Вот, смотрите, даже отсюда цитадель видна. Люди бы такое построить не смогли. Ну, хотя, может, когда-нибудь в далеком будущем и построят. Даже глядя в игре на это, внушает уважение. И небольшой трепет, и даже страх. Ну вот, мы дошли до главы, радиоактивные воды. К слову, да, вся жидкость тут отравлена. Та, что желтая. И желательно по ней не ходить. Тут у нас первое место, где можно причалить. Есть несколько полезных предметов. Патроны. Ну, естественно, враги. Да, парни, я про вас не забыл. Тут нам показывают, что враги могут тоже использовать окружение, не только вы. Могут, например, зомби кидаться бочками. В будущем будут моменты и поинтереснее. И посложнее. Забираемся на чердак. Тут двигаемся очень аккуратно. Да, потому что доски тут вот так падают. По радио кто-то пытается связаться, но с ними не поговорить. Поднимаемся выше, тут бочка. Бьем и сразу спрогиваем. Вот эти самые предметы. Что тут у нас? Патроны вижу. И аптечка. Все, все просто замечательно. Можно ехать дальше. Вот обратите внимание, как прикольно сделана тут вода. Вот эта речушка. Да, на то время, это не знаю, это был предел красоты. Ну, лично мое мнение. Конечно, в Far Cry вода была тоже неплохая, но она как-то не чувствовалась. Она не была такой реалистичной. А тут, ну, прям прелесть. Так, мужик вверху кричит что-то. Нужно слазить и посмотреть, что там. О, мужик нам что-то скидывает. Патроны. Еще патроны, но мужика спалили. Мужик, беги, 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 Форест, спасай свою жизнь. Но все равно спасибо ему. Так, и сейчас у нас будет небольшая головоломочка. Нужно вот эти баллоны с воздухом загнать под это сооружение. Такой, не знаю, типа мост, типа трамплин. В общем, нужно еще два баллона найти. Так, вот они. Скидываем их в воду. И прям под низ забрасываем. Один есть. И еще один. Все, возвращаемся назад. Ох ты, сволочь, слепишь тут меня. Хотел сказать, шлепишь. Зачем вы меня шлепите? Да, пока мы ничем обороняться не можем, находясь в катере. И это довольно печально. Но скоро все изменится. Не так скоро, но изменится. И вот появляются комбайны. И это ихний десантный корабль. Очень футуристичный и стильный. Я буду нестись, не останавливаясь. Сражаться с ними бесполезно и вообще не нужно. Вот даже одного парня сбил. Так, кстати, можно их сбивать, можно не сбивать. Но когда сбиваешь, скорость теряется, лучше гнать на всех парах. Все-таки Гордон в данный момент убегает. Сколько кораблей, ужас, как же комбайны боятся Гордона. Просто мечтают его устранить, но фиг им. Так, ну и сейчас подождем загрузочку небольшую, можно полюбоваться на цитадель. Или, например, на водонапорную башню. А также на девятиэтажки. Чисто русские такие девятиэтажки. Это даже не девятиэтажки, а 12, наверное, этажки. Сейчас вот проезжаешь тут и кажется, что находишься где-то в России, в каком-то русском городке. Правда, таких каналов, по-моему, в России никто не делает. Но хотя это, по всей видимости, какой-то промышленный район. Ладно, это сейчас не важно. Главное, что сейчас нам придется очень долго оббегать, чтобы открыть врата, которые находятся впереди. И, кстати, можно открыть очень быстро, стрельнув в бочки. Но, как вы знаете, читерскими методами я не пользуюсь, нечестными. Прохожу все как есть, как положено, как надо.
И тут у нас появляются гранаты впервые. Но вообще-то гранатами в Half-Life я разучился пользоваться. Ой-ой-ой, ой-ой, пацан, пацан, пацан. Сейчас точно мне хана придет. Если я так играть буду. Да уж. Уж что-то слишком сильно он их бросает. Вообще система такая есть. Нужно бросить. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Блин, хп себе снял. Нужно бросить. Ай-яй-яй. Не получается. Смешно, но не получается. Короче, ладно. Потом попробуем тот метод. Не знаю, когда я играл в мультиплеер Half-Life Deathmatch, я вообще научился очень здорово пользоваться ими. Пользоваться гранатами, я имею в виду. Так, вон там парень за стационарным пулеметом. Сейчас я его взорву. Получай. Тут еще не готов, офигеть его. Все готов. Так, тут сейчас еще небольшая битва. Получай ломиком, я вообще страх потерял. Держи. И тебя красиво добиваем. Еще гранат берем. Пополняем хп, а то я что-то перестал вообще за хп следить. Сейчас меня еще ненароком убьют. И придется париться. Хотя в игре присутствует автосохранение. Но оно довольно нечастое. Но всегда можно быстро сохраниться, либо просто напрямую сохраниться. Что, по-моему, в контрольной версии делать нельзя. Все, открыли врата, можем идти назад. Так, по трубе не получилось. Не стоит мне, наверное, так бегать. Все-таки не спидран, обычное прохождение. Не знаю, куда я тороплюсь. Ладно, убавлю темп. Просто этот момент не очень интересен. Смотреть тут особо не на что. И экшен тут довольно-таки вялый. Пускай врагов приличное количество. Получай. Это тоже получай. Так, опасно. Вот сейчас опасно. Энергии костюме нет. Да сдохните вы. Голос тут сколько набежало. Держи его, держи его. Все, все готовы. Гордон крутой. Безусловно, вот я так задумался, Гордон сражается за свободу. Но все-таки сейчас, в данный момент, он убивает людей, у которых есть своя жизнь. Однако они враги, и они сражаются за систему комбайна. У них, так сказать, своя система ценностей. И на свободу они плевать хотели. Они воюют за тотальный контроль, и им, как ни странно, очень выгодно в их положении. Не будем уже их судить, будем их просто мочить. Ох, тут появился вообще БТР, который ракетами мочит. Так что тут думать не надо, нужно гнать их можно быстрее. Вот, парни, вам повезло, немного дрифт ушел. Вообще, как ни странно, управлять этим катером довольно удобно. Впереди по сюжету, да и вообще по геймплею, встретится еще одно транспортное средство. Им также не менее удобно управлять. Управление реализовано отлично, на пятерку с плюсом. Не знаю, удобнее катер от первого лица управлять, наверное, да ни в одной игре. Хотя, возможно, я не играл в симуляторы подобного плана. Стоит задуматься.